ошибаюсь-то? Его, Муромца, Володя, здорово. Сегодня суббота. Рано вставали, вот сейчас в обед приехали, приходится убирать. Я что хочу тебе показать. Я с кормлением коров сильно не заморачиваюсь. Накладываю вот таким образом рулоны. Скотина подходит к жердям. Съедает сколько может, остальное переворачивает. Вот смотри, как они съедают. Потом просто жарком цепляю их, переворачиваю. Ну, в крайнем случае развернем, ту кормушку перекинем. Ты иди сюда. Я тебе эту шкурочку припас. Мое нет. Да? А это наш сторож. Да, да, да. Вот пару тележек за ночь. А так все остальное стоят на улице. Конечно, мороз, приходится в сарае их держать, когда сильные. А пока тепло, за улицу. А навоз я вложу вот сюда вот, на огород, на зады. Недалеко. Ну ладно, Володя, пока.